Количество обращений в скорую медицинскую помощь возросло за прошедший месяц. По словам специалистов, звонят пациенты и с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и симптомами респираторных заболеваний, свойственных этому времени года. Летом было порядка 80 за сутки, сейчас 105, 110, 120. Бригады работают с перегрузкой. Увеличилось количество вирусных инфекций, поэтому увеличилось количество вызовов. Ну и учитывая, что пошла вторая волна новой коронавирусной инфекции, у нас сейчас бригады работают практически сутки в костюмах, в средствах защиты. Из-за увеличения количества вызовов увеличилось и время обслуживания обращений. Особенно это становится актуально в часы пик. Кроме того, поступают и звонки пациентов в службу скорой помощи с незначительными жалобами. Поэтому выезжают в первую очередь на наиболее тяжелые случаи. Диспетчерская служба сортирует вызова, и температура обслуживается немножко после. В первую очередь это травмы, общественные места, боли в сердце, потом уже температура. Сотрудники здравоохранения напоминают, использование средств индивидуальной защиты – необходимая мера. Ношение маски не дает 100% результата, но их использование значительно сокращает вероятность заражения. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21.